Приветствую вас всех на своем канале Вязание с Татьяной. Девочки, рада вас видеть на своем канале. И сегодня 30 декабря, предновогодний день, да, завтра 31 декабря. И я, конечно же, в сегодняшнем видео хотела бы с вами поделиться своей радостью, радостью, которую я, конечно же, получила вчера. Вот такой мешок я получила вчера на почте, соответственно, Почта России. От своей вязальной подруги Людмилы Красноперовой, канал «Людмила. Мое вязание и жизнь». Конечно же, ссылочка на Людочкин канал будет под этим видео. Мы с Людочкой дружим, мы имели возможность уже в прошлом году встречаться, чему, конечно же, я, безусловно, очень и очень рада. И я надеюсь, что та встреча наша была не последняя. Просто сейчас немножечко неудачное время для встреч, пандемия и все такое. В общем, как бы все пока складывается против нас, скажем так, но я надеюсь, что мы повторим еще нашу встречу и не один раз. Я хочу сразу же сказать огромное-огромное, Людочка, тебе спасибо за доставленную радость. Посылка доехала, несмотря на все вот эти катаклизмы, которые связаны у нас с Почтой России, которые я не могла посылки получить долго, но Почта России, конечно же, порадовала. Я очень-очень рада, что она пришла именно под Новый год, именно вот вчера 29-го, сегодня 30-го числа я ее буду распаковывать. Конечно же, мне потребовалась огромная сила воли, чтобы выдержать, чтобы не вскрыть посылку, она не вскрытая, потому что я хотела ее, конечно же, открыть с вами вместе, чтобы вы, мои добрые зрители, которые меня всегда поддерживают, вместе со мной порадовались данному подарку. Итак, давайте начнем, да, потому что очень интересно, что же в этой посылке. Людочка, тебе еще раз огромное-огромное спасибо, моя дорогая, за такое доставленное новогоднее настроение, за новогоднюю радость. Итак, я открываю, девчонки, пакет. Ой, прям, я вот его вскрываю, мне прям оттуда пахнет вкусненько уже. Сладостями. Конечно, конечно, конечно же. Бедная коробочка. Смотрите, как она пострадала во время своей поездки. Ее, видимо, и кидали, и швыряли, и пинали. Здесь, знаю я, такие конфетки, не конфетки, пироженки, десерт, в общем. Бонжур с ягодкой, клубничкой. Очень вкусный десерт, я его обожаю просто. Клубника со сливками. Я вот эти вот серию бонжура очень-очень люблю. Они такие прям вкусные-вкусные, вообще классные штуки. Люда, спасибо. Хоть несмотря на то, что коробочка немножечко она деформировалась, но так как там штучки вот эти вкусные лежат в упаковочках, я думаю, с ними ничего не случилось, и они не пострадали, я надеюсь. Ну, вот так, в принципе. Даже если на прощупывание, они вроде там все целенькие, непонятные, ничего. Да, коробку они, понятно, кидали, швыряли. Но это не страшно. Самое главное, внутри там все целое и сохранное. Так. Тут пакетики, пакетики, пакетики. Алло. Люда, конечно же, положила пряжу. Спасибо тебе, моя дорогая. Газал Бэби Катон. Такая пряжа, 10 моточков. Зеленый цвет. Смотрите. 10 моточков. Как я и говорила, может быть, я не говорила, но для себя решила, что с февраля я буду уже вязать из хлопка, полухлопка, вот так вот. Уже буду готовиться к летнему сезону. И Газал Бэби Катон, конечно же, он кстати. Так как я даже собираю такую коллекцию из Бэби Катона, но я ее собирала маленькими моточками, но у меня есть, конечно же, в моих запасах и большие упаковки, которые вот 50-граммовые мотки идут. Я собираю всех разных цветов. Спасибо тебе, моя дорогая. Это пряжа 40% акрила, 60% хлопок. 50 граммах 165 метров. Цвет зеленый. Смотрите, какой красивый. Обалденный цвет. Спасибо тебе, Людочка, еще раз. 10 моточков пополнят мою копилку
из Газала Baby Cotton. Я люблю вот эту пряжу, она мне нравится. В прошлом сезоне я вязала себе майку, и у меня ее, конечно, достаточно много разных цветов. Поэтому для меня вот это отправится, конечно же, в мою коллекцию Газала Baby Cotton. Девочки, я тут вижу такое воздушное что-то. Прям вообще... Люда, я их видела у тебя, Я даже подумать не могла, что это приедет ко мне. Посмотрите, Я твои носки, которые ты мне в прошлом году дарила, я их ношу дома. Я их вчера одевала, потому что у меня окно открыто на кухне, и мне прям сифонит по ногам в комнату, когда я сижу в кресле. Я их одевала, они прям обалденные. Я в них хожу, вот с люрексом носочки вообще классные. И у меня еще от тебя будет еще одни носочки обалденные. Вот это вот. Ой, как я люблю вот эти штуки. Какие они красивые, какие они мягкие. Вообще класс. Спасибо, Вообще такие прелестные. Вообще, вы посмотрите, девочки. Какая прелесть. Вообще обожаю. Мне их даже жалко носить. Они беленькие такие, хорошенькие, красивые. Я их видела у тебя, по-моему, на фотографиях. Обалденные носочки. Вот этот рисунок вообще. Такое сочетание. Класс. Белый с бирюзой. Вообще класс. Спасибо. Спасибо, дорогая, за носочки. Прям вообще супер. И еще, девочки, тут еще есть что-то такое рукодельное. Я думаю, вот вы наблюдаете за моими вскрытиями, да, посылок. Я обожаю рукодельные штуки. Обожаю, когда мне их вот дарят, да, ну вот и нежданно. Посмотрите, Какая красота, нежная штучка. Это палантин, Вообще обалденно. Вообще прям класс. Посмотрите, какая прелесть. Вообще супер. Я ношу и шапки, я ношу и снуды, я все ношу. Потому что я без шапок не могу, например. Без зимних вот этих аксессуаров я не могу. Под любую куртку, пуховик. Вообще я обожаю. Такие штуки. Спасибо тебе, моя дорогая. Спасибо. Можно и так. В машину прыгнул и поехал, да? Вообще класс. Вы посмотрите, какой рисунок, а. Ну, вообще, чума прям просто. Вообще огонь, девочки, огонь. Вообще, вы посмотрите, какая прелесть. Вообще чудо. Люда, огромное тебе спасибо. Вот это, вот эти подарки самое ценное. Вообще самое ценное то, что сделано своими руками. Когда вкладывается энергетика человека, когда ты вяжешь это изделие, вот это вообще просто... У меня просто нет слов вообще. Классно, классно. Обожаю. Обожаю такие вещи. Когда ты вяжешь и когда ты отдаешь всю свою вот эту энергетику, когда ты с добрыми эмоциями, с положительными эмоциями вяжешь, это вообще, это очень бесценно. Вы посмотрите, девчонки, вот как это смотрится, как это красиво. Это вообще, всем желаю таких подарков предновогодних и таких эмоций, потому что это очень вообще, это обалденные эмоции, это, ну, просто это несравнимо ни с чем, да, не передать вообще словами, вот, что испытываешь, когда получаешь вот такие рукодельные подарки. Носки обалденные, смотрите, какие классные они. Я просто в восторге, девчонки. Спасибо тебе, моя дорогая, спасибо еще раз, вообще класс. Ой, обожаю такие штуки. Все, это все спрячу, никому ничего не дам. Все как обычно. Это еще не все, девочки. Это еще не вся посылка. Ой, Людочек, это чтобы мой Новый год был еще слаще. Конечно же, конфетки мы лопаем очень активно в новогодние праздники. Потому что гости постоянно, кто-то придет чайку попить. Здесь
мешок конфет. Как они пахнут все. Ой. Конфетки из Сафонова. Никея. Сладкого мне Нового года, девчонки. Мармеладные конфетки. Желейные такие конфетки. Они издают обалденный аромат клубники. Вот что пахнет. Прям пахнет на весь пакет, девочки. Вообще, спасибо. Спасибо, сладкого мне Нового года. Вообще класс. Это еще тоже не все. Шоколадка. Тирамису. Я даже таких не видела шоколадок. Спасибо, Людочка. За шоколадку спасибо. Она, конечно, немножко пострадала. Это не удивительно, так как посылка, по всей видимости, летала. Это тоже еще не все. Так, ой, тут еще одна шоколадка. Тоже Фиори. Молочный шоколад. Сколько у меня шоколада. Обалденно. Ой. Ой, тут еще мармелад. Ассорти фруктовая. Со вкусом лимона, земляники, яблока, винограда. Пакетик мармелада. Класс. Все, моя Кира будет вообще в восторге, что столько конфет у нас прибыло. И тут еще вот такой мешочек новогодний. С Новым годом, девочки. Давайте посмотрим, что же в нем. Какая прелесть, какая милота. Так, девчонки. Первое. Третьяковская галерея. Людочка мне положила тетрадку, потому что тетрадки, блокноты, тетрадки для нас, конечно же, для рукодельниц, для вязальщиц, это очень нужный атрибут в нашем деле. Всегда мы что-то пишем, всегда у нас что-то на записи. Кстати, тетрадочка на кольцах, это вообще очень удобно. Я сейчас вот заканчиваю свой блокнот на кольцах, быстренько написал, перелистнул. Ну, в общем, я думаю, так все это всем понятно. Эта вещь, конечно же, всегда нужная и необходимая. Неожиданный подарок, конечно, для меня. Смотрите, девочки, Людочка мне подарила туалетную воду, парфюм. Я, конечно же, его открою. Мы откроем, посмотрим. Не знаю я такой запах, аромат. Не слышала его никогда. Пахнет, пахнет, пахнет. Вот такой бутылек. Джентя, Лафем. Офрост, что-то такое. О, сладкие-сладкие запахи. Я люблю сладкие запахи, кстати. Муж мой говорит, не очень люблю. А я очень люблю сладкие запахи такие. С присутствием цитруса, чего-то такого. Выветриться будет хорошо пахнуть. Вообще неожиданный подарок, Людочка. Спасибо, спасибо тебе большое, моя дорогая. За такой новогодний подарочек. Вообще класс. Так, тут еще в пакетике ручка. Правильно, это для записи в тетрадочке. И... ну, конечно, куда без этого вообще аксессуара для нас, для вязальщиц. Это, конечно же, крем для рук. Нужно беречь свои ручки в любое время года. Лето, зима, особенно зимой, нужен рукам питательный уход. Об этом все, естественно, знают. Ой, аромат. Аромат вообще обалденно начал раскрываться на руке. Ну, очень жалко, что камера не передает всей вот этой прелести. Я уже и крем нюхаю. Да, девочки. Вот, все. Подарочный мешочек у меня, конечно же, остается. Это дело нужное в хозяйстве всегда. Все, я вам показала всю свою распаковочку подарка от Людочки. Люда, огромное-огромное тебе спасибо. Вот особенно вот за эти вещи. Вот это самое ценное и бесценное для меня, потому что, еще раз повторюсь, все, что связано, все, что сделано своими руками, это просто бесценно, потому что такую работу оценивать как-то вообще нельзя. Вот это очень самые дорогие вещи, самые дорогие подарки для меня. Спасибо тебе огромное за то, что потратила время, когда ты создавала вот эти вот прекрасные носочки, вот этот палантин. Огромное-огромное спасибо. Для меня это очень-очень важно. Для меня это, ну, очень важно. И я, конечно же, безусловно рада, что ты подарила мне
такие замечательные свои работы. Огромное-огромное тебе спасибо. Я хочу сказать тебе еще раз огромное-огромное спасибо. Хочу поздравить тебя и твою семью с наступающим Новым годом. Тебя и твоего мужа. Огромное-огромное вам спасибо, ребята. Ну и я надеюсь, что мы с вами скоро встретимся, увидимся. С наступающим Новым годом. Всем главное здоровья. Берегите себя и своих близких. Все, девочки, на этом я заканчиваю свое видео. Всем до новых встреч и пока-пока.